Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, с вами сегодня опять я, Шмель. Мы опять проходим с вами Outlast, ну или Outlast, по барабану. Короче, его проходим, и сегодня я буду, к сожалению, без паука проходить. Так что остановились мы на том, как прибежали вот сюда. Там был толстяк, все дела, вся заваруха, так можно сказать. Я все помню, что тут надо сделать. Попытаюсь это быстро пройти. Он сказал, кто там. Блин, все-таки жалко то, что у меня на английском. Ну, сильно не расстраивайтесь. Откроем эту дверь. И сразу же ту. Где она? Нифига, просто не видно. Сейчас начнется кобзец. Эту. Бежим, бежим, бежим. И эту. Вот и все. Залазь. Фу. Ну как-то так. Я надеюсь, не сильно орёт. Опа. Кинозвезда Ютуба ломится. Иди отсюда, иди. Давай, проваливай. Меня тут нету. Тут мыши бегают. Меня тут нет. Да-да-да, вали, давай. Иди отсюда. Надеюсь, не заметил. Бежим, бежим, бежим. Вообще ненавижу хорроры. Просто не люблю их. Вот. О, батареечка. Прямо то, что нужно. Пресса. Прошу тебя. Фу, надеюсь, не найдет. Ты меня не найдешь. Злобный монстр. Злобный. Отродье. Не найдешь ты меня. Иди отсюда. Прошу, не сюда, красавчик. Да, я именно там. Иди сюда, молодец. Батареечку. Опа. Не будем экономить батарейки, наверное. Иди отсюда, иди. Вроде ушел уже. Горилла. Куда он ушел, интересно. То есть сейчас как заверну, и он там. Я же просто перепугаюсь там 10 раз. Вон он. Поверни. Да ну нафиг. Да ну нафиг, да ну нафиг. Да ну нафиг. Прячься, прячься. Капец. У меня есть небольшой план. Но он очень тупой. Погнали. Я же сказал, что он очень тупой. Очень-очень тупой. Беги, чувак. Форест, беги.
ты хочешь жить же. Фух. Вроде нету никого, да? Прекрасно. Ты не там злобный. Быстро. Беги, беги. Беги. Все, молодец я. Просто красавчик. Перепрыгивай эту хрень. Фух. Просто кобзец. Так спокойно. Такая тишина, как будто никого нету, ничто не происходит. Но это нифига не так. Кто-то экран разбил. Перекачиваем данные. И мне шприц. В жопу, короче. Наконец-то все отвисло, я думал, я еще бандикам вылетел. Ах ты лысый, урод. Хотя он помогает нам, наверное. А, да, он реально помог. Если бы мы сейчас туда пошли бы, нас бы, наверное, убили. Это ж выход. Да, вроде это выход. Или нет, я не знаю. Ах ты лысый, мудила. Загрузка. И опять я в полном незнании куда-то опять буду, наверное, идти или еще что-то делать. Кстати, ребята, если вам нравится прохождение Outlast, ставьте лайк, и его будет намного больше, чем всего остального. Возможно, даже поиграю в дополнение. Загрузка. Какая-то долгая загрузка. Бандиком крякнутый, но такое ощущение, как будто все равно лагает. Хотя неудивительно. У меня там... Не помню. Короче, большая половина места на компе занята. Все прогружается. И плюс бандикам снимает. И плюс игра. Да, вот такие дела. Ну, над этим мы, наверное, закончим. Кто-то странно на руку посмотрел. После этого понюхал. Наконец-то решил встать. Да. Странный мужик. Хотя ладно. Фу, все погрузилось. Это надписи со времен первой династии. Что было, не понял. О, мужик, здорово. Улыбнись для Ютуба. Скажи привет, Ютуб. Куда он исчез? Это ты, что ли? Нет, это не ты. Того я мужика сразу бы узнал. Боже мой, какие спецэффекты. Как ты выломал так? Чувак, у тебя проблемы с глазками. Знаете, чем-то на муху похоже. Кто-то сзади ходит. Нет. Ты сожрал своего друга или что?
Нет, или разорвал, или он сам сдох. Ой, мужики, почему тут все голые? Это так странно. Большинство голые. Ты тоже голый, да? В негативе ты еще намного лучше так смотришься. Че, тебя тоже учеба задолбала? Тут кто-то был. О, боже мой. Тебя я не видел никогда. И лучше я никогда тебя не увижу. Не видел бы вообще тебя никогда. О, какая темнота. Опс. О, здоровые ребята. Боже мой. Педофилы малолетние, вы что тут себе позволяете? Так он еще и мертвый. Фу. Какая гадость. Иди нафиг. Тут все какие-то гомики. Кроме охранника, наверное. Я думаю, у тебя батареечка. О, батарейка закончилась. Ты так до сих пор насчет математики так волнуешься, чувак. Тут же два стояли этих лысых. Или волосатых мужика. Что такое? О, ништяк, веселящий газ. Как мне это поможет эту игру пройти-то? Ну, примерно как-то так. Ха-ха-ха, я играю в Outlast, у меня веселящий газ пустили, а-ха-ха. Этот, походу, литру туда. Вы уверены? Блин, мне батарейка нужна, еще одна хотя бы. Зачем мне эти книжки? Они все равно по-английски. Хотя, если англичане это будут смотреть. А, да кто мне звонит? Идите нафиг, потом. Сейчас, подождите, ребята. Кину его куда-нибудь туда. О, все ништяк. Продолжаем. Так, я нажал сюда. Где тут документы смотреть? Ла-ла-ла. Ля-ля-ля, тополя. То же самое. Все, я все изучил. Или это не документы? Ну-ка еще раз. А, вот документы. Ля-ля-ля. 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 Все, я все изучил, ребята, я молодец. Проходим дальше. Где сохранение? Ключ. Требуется ключик. Мне показалось, это батарейка. Как отсюда выбраться, долбанная тюрьма? Ау. Где выход? Тут что-нибудь можно открыть? Да, я попал. Походу какой-то зоопарк. Ладно, ребята, если вам понравилась эта серия, можете подписаться, поставить лайк где-то снизу. И батареечку заменить. Вот, власти, кто играет. Ну, спасибо за просмотр. Хотите еще больше Outlast? А точнее, безумной вынески мозгов? Подписывайтесь и лайки. Примерно, если 10 лайков наберется, на следующий день будет сразу следующая серия Outlast, я вот отвечаю, будет, ну или хотя бы через 2 дня, это точно. Это я вам просто гарантирую.
Ну, потому что, сами понимаете, залить, сначала заснять серию, потом залить, это время уходит. Я не знаю, куда дальше. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем, ребята, респект от меня. Всем пока.